Добрый день, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. В этом видео я хочу рассказать вам про очень интересный проект, который создал и развил Валентин Узун, один из студентов нашего тренинга «Страховой брокер на миллион». Ну, давайте я сразу перейду к демонстрации экрана, сразу покажу вам. Вот фотография Валентина, как он, его аккаунт в Фейсбуке, его личный аккаунт, можете найти, зайти и посмотреть, подписаться, добавиться, попробовать добавиться в друзья. Это уже непосредственно сайт компании Auto Asinguari. Это проект, который был создан Валентином, он создал его самостоятельно и развил до очень-очень мощных показателей. На сегодняшний момент он является вторым страховым брокером по размеру в Молдове, но очень, я надеюсь и очень уверен, что скоро, в самое ближайшее время, станет номером один. Ну, давайте посмотрим, почему. Ну, во-первых, потому что интернет-продажи и продвижение в социальных сетях у Валентина на высшем уровне. Смотрите, насколько круто реализован сайт, насколько круто сделан у него продающие страницы. Смотрите, насколько хорошо сделан калькулятор. Вот поговорим о зеленой карте. Да? Стоимость. Выбираем стоимость, что Украина, Беларусь или Европа. Ну, выбираем Европу. Выбираем дальше легковой автомобиль. То есть видите, насколько интуитивно, понятно и легко можно определить период, месяц и так далее. И самое, что интересно, сразу же в правом справа появляется уже стоимость. Ну, здесь понятно, что по зеленой карте стоимость всегда одинаковая, это требование закона, но здесь еще можно выбрать себе подарок. То есть человек может выбрать подарок, как, что он хочет себе еще помимо всего прочего. То есть, допустим, выбираем топливо. Да? Дальше мы заполняем, ну, здесь понятно, фамилия, имя, отчество, подсказка, как это будет с документами, новый образец, старый образец. Ну, я не знаю, давайте сейчас попробуем, конечно, какой-то номер написать, но шансов у нас, наверное, очень мало, что мы проскочим, да? Вот как-то так. И дальше, оп-оп-оп-оп. Проскочим, интересно. Нет, не дает. Ладно, уже не буду пытаться тут взломать чит-код. Дальше подтверждение. Дальше вы отправляете данные непосредственно в компании, и менеджер уже с вами связывается. Что еще интересного? Что еще интересного есть? Ну, опять же, страхование по ОСАГО. Страхование по ОСАГО. Можно выбрать кнопочку «Рассчитать». То есть почитать более подробно, нажать кнопочку «Рассчитать». Здесь опять же крутой калькулятор, республика, физическое лицо, Кишинев, транспортного средства, легковой автомобиль, объем двигателя. Причем у нас, видите, мощность, у них объем двигателя имеет значение, количество ограниченное, выбираем водителей. Ну, все очень классно работает. То есть всплывающие мини появляются только тогда, когда уже человек нажимает на них. Дальше, опять же, решение. Здесь, видите, решение отличается. Например, классика Asinguari дешевле, чем другие предложения других страховых компаний. Ну, опять же, здесь можно выбрать себе набор ключей, там, да, какой-то подарок. И дальше двигаемся, да, и двигаемся дальше. Что у нас еще интересно? Ну, опять же, можно напомнить себе о страховке. Достаточно прикольная, ну, прикольный сервис, можно писать свои данные и напомнить себе о страховке, когда время подойдет, тогда менеджер компании свяжется. Что у нас с контактами? Ну, опять же, есть Skype, то есть по Skype можно связаться, mail, телефон. Ну, также я вижу социальные сети, я говорил, что достаточно хорошо сейчас Валентин продвигает проект Auto Asinguari именно в social media маркетинге, у него хорошие, интересные акции всякие разные, на которые народ подписывается, на которые идет движуха. Можете зайти, все это оценить, посмотреть. То есть все сделано на достаточно крутом уровне.
Давайте посмотрим Инстаграм. Я вот сам Инстаграм еще не видел. Есть ли движуха? Да, Инстаграм. Вот смотрите, тоже акции. Можно смотреть, подписаться. Все, в принципе, видите, в достаточно хорошем качестве сделано. Все картинки очень симпатичные. Так, что у нас еще интересного? Что у нас еще интересного про этот проект могу рассказать? Ну, про сам проект могу сказать так, что помимо того, что сайт очень технологичный, удалось Валентину уже внедрить CRM-систему. CRM-система учитывает всех клиентов, все заявки, когда заканчиваются пролонгации, когда начинаются. Но самое интересное, что Валентин реализовал еще CRM-систему, внедрив ее, реализовал такую фишку. Он реализовал такую фишку, как то, что его партнеры, которые привлекают ему клиентов, могут тоже в режиме реального времени смотреть, а заключились ли с договоры по этим клиентам или нет. Ну, например, у него есть партнеры в автомастерских, которые имеют своих клиентов, своих хороших постоянных клиентов. Естественно, они рекомендуют Валентина. И помимо всего прочего, не просто там позвонил по телефону и сказал, вот Валентин, возьми этого человека на страхование. Нет, все технологически, с помощью специального приложения владелец автосервиса отправляет заявку по клиенту, менеджеры автосингуария обрабатывают все, и каждый этап, и как двигается сделка, все ли в порядке, нет ли никаких проблем до самого результата. И в конечном итоге за такой формат, за такую работу получают партнеры вознаграждение, либо какие-то бонусы, либо какие-то преференции. Это уже вам нужно уточнять. Если вы живете, работаете в Кишиневе, либо живете, работаете в Молдавии, или Молдове, прошу прощения, точно идеально не знаю, как правильно произносить. Так вот, если вы работаете в Кишиневе, то вы можете связаться с проектом и уточнить, как же вы можете вместе посотрудничать, как можете стать партнером. Я не думаю, что это только автосалоны могут делать, и другие компании, другие бизнесы, но партнерская агентская сеть у Валентина развита на высшем уровне. В общем, проект очень качественный, очень крутой. Мне особо приятно, что Валентин доверяет нам, советуется с нами, внедряет многие интересные инструменты, но на самом деле он уже человек, который состоявшийся бизнесмен, много на этом рынке страхования уже что знает. Не одну собаку съел, прошел огонь, воду и медные трубы. Поэтому, когда вы доверяете свое страхование, если вы живете в Кишиневе и хотите застраховаться, то когда вы доверяете свой проект Автосингуари, знайте, что там очень-очень большой бэкграунд, очень большой опыт, договоренности со страховыми компаниями, есть очень такие эксклюзивные решения, да, которые позволяют давать серьезные преференции, серьезные скидки клиентам, дарить подарки и так далее, и так далее. Так что, в общем, анализируйте, смотрите сайт самостоятельно. Я вам рекомендую Валентина как очень крутого специалиста. Ну, а тем, кто хочет создать подобный проект у себя в городе, в своем регионе, я напоминаю, что у нас есть бесплатный 5-дневный тренинг бесплатный, на котором вы можете узнать, как вообще двигаться в направлении этой цели. Вы видели, насколько профессионально, насколько сложный калькулятор у Валентина. Понятно, что за 5 дней вы в нашем тренинге такой сайт не создадите, но, по крайней мере, вы узнаете, как в этом направлении двигаться. Меня зовут Кирилл Рыбасов, Академия страхования Мультифинанс. Удачи, счастливо!